Всем привет, меня зовут Виктор, а это обзор сервера СССР «Новая жизнь». В общем, в Дискорде почитал я правила насчет PvP-зон. И PvP-зоны здесь является только северная часть. Все, что за забором, это PvP-зона. Это PvP-зона, поэтому любое там... В любом месте тебя могут там наказать. Так, давай поспим. А здесь у нас уже не PvP-зона. Поэтому здесь можно поспать. Так, это значит... Ну-ка, карта аж открыта, да? А, это значит, что... Ну, вот это вот шоссе, это является ограни... И вот так вот. Это у нас все PvP-зона. И к Синистоку, а ну-то маркер не видно. Так, здесь есть торгаш Симург. Можно на в Симург сгонять... продаться. Так, старый яр, если я отключу просто то, что мне не нужно, получается то, что выше вот этого отключить. Так, и кармановка, старый яр и кармановка я отключил. То есть это то, что мне интересно. Слушай, есть какой-то сталкер. А, это, наверное, все они получаются вот здесь по карте, они все разбросаны. То есть ты на карте можешь вполне найти все, что тебя интересует. Все, что тебя интересует, ты можешь вполне найти на карте. То есть сталкер — это тот хер, который в кармановке был, там стоял, да? То есть до него можно добежать и посмотреть, что у него можно прикупить. Что у нас тут еще есть? Охотник вообще вот здесь находится, да? Вот здесь, в принципе, охотничьи угодья очень хорошие. Старая, гуглова, вот так вот. Тут прям... Ну, курсора не видно, конечно, там. Но в этом радиусе можно спокойно охотиться. Да, если вот... И к охотнику носиться, сносить это все. Какой у нас тут еще есть барыга? Кумырна, ну, что-то там продают. Симург. Ну, до Симурга бежать сейчас, наверное, мне будет капец в этой серии, как долго, да? А вот, в принципе, до Сталкера можно будет и добежать, да? А, все. Ну, без костра 50% можно восстановить. Ну, 50% тоже не это. Ты чё, челик? В общем, любителям острых ощущений можно пастись на севере и просто там пвпшиться. А таким, как я, не любителям острых ощущений, на север соваться, в принципе, не обязательно. Поздороваемся. Посмотрим, насколько тут приветливый народ.
чё, два человека поприветствовали, это уже хорошо. Хао. Ханты-Мансийский автономный округ. Может поприкалываться над ним? Посмотрим, что тут наверху у нас есть, кроме красивого вида. Ничего, да? Ничего. О, барашки. Ну-ка, как... Блять, промазал, да? А, надо на 200 ставить. На 2 сотки ставим. Все нахер. Тут есть маркера, поэтому я спокойно знаю, в каком направлении мне бежать. Так, обойму. Ну, блин, надо было, наверное... А, хотя... Да не, мне на вторую обойму бы мне хватило, да, для М14. Я бы мог там бабки снять и купить вторую обойму. Ну, хорошая пушка, хорошая. То есть СВД-ха она на 10 патронов, а это тоже без передергивания шмаляет и... Хорошая пушка. Месяца. Так, я возьму самое питательное. Блин, а где сталкер? Я потерял сталкер, где находится. Ух ты. Ух ты. Пара стейков сочных есть с него. А, кстати, надо взять сальце и посмотреть, можно ли будет... А, ну сало я могу и сырое в руку взять. Если он будет есть, он и... То он будет есть. Да? Так, тебя убираем. Здесь так это питательное и это. Только сало возьмем, давай в руку. Съесть, да. Ну, да, можно сало есть. Поэтому 5, 6, 6 стейков. В принципе, нормально. Так, только теперь надо найти, а где сталкер-то, блин? Где сталкер? А, в сторону горки лабиринта. Так, Симург. Туда, сюда, охотник. И где-то между ними должен быть... А, вон он, ёптать. В небеса взлетела надпись.
Блин, вот чё она вот так высоко? Типа то, что он над горой сидит там, или на горе, или чего? Так, а здесь... Тачки. Подскажите, здесь есть тачки в спавне? Я уже пить хочу. Редко. Понял. Спасибо. Я ж помню, что здесь это. А, я же хотел из водоему какого-нибудь воды набрать. Попробовать механику. Это работает, нет? Ну, здесь стартовые тачки, они недорогие, насколько я помню, когда я в первой части там смотрел, недорогие стартовые тачки, поэтому на нее можно, в принципе, легко нафармить. Да, механика работает хорошо. Можно заполнить бутылочку. Теперь надо выйти. Хлорную таблеточку и бахнуть. И бахнуть. Я надеюсь, по пути к сталкеру там не будет никаких сюрпризов, подарков и подвохов. Так, бита на пятерку сейчас у меня. Бабулек недовольных раздолбали. Бабуля, бабуля, бабуленька. Даже пожрать нашел. Тут можно, в принципе, и не охотиться. Тут и так жратву найти можно. Еще яблочко нашел. Ничего себе. Что здесь? Тренога для костра? Ну, нет. Ну, мясцо надо иногда. Надо иногда мясца. Чтобы это. И чтобы то.
Квасок. У, сейчас ебнем кваску, сейчас рожать будем. Сейчас поржем. Бабуля. Бабуля. Платье. Может, бабуля, тебе платье, если одеть ты. А может, будешь не такая сердитая. В тебя в нормальное розовое платье одеть. Может, ты бабка не такая сердитая будешь? Сейчас вот узнаем, у сталкера вообще зона безопасная или нет. Хотя из разговоров здесь на скалистом и на Алькатрасе только химеры гоняют. Ну, точнее, мутанты. Которые здесь шарятся, мишки, волки, это они не жесткие, ну вроде как со слов человека они не жесткие, потому что хрен его знает, играл ли он на каких-то других серваках или только здесь. Маркер над головой. Бежишь. Куда бежишь? Чего бежишь? Ты кто? А. Опустите маркер пониже. А то, блин. А, ты же без банкомата здесь, да? А, смотри, тут даже зона безопасная. Интересно. Оружие. А, мне повезло штуку найти с глушаком. Тут есть М14 Ranger без глушака. Я там особо-то не рассматривал. О. Это что такое? Какими штуками ты с какими стреляешь? Ченек 7-килограммовый. А магазины. Барабан. Ну, это под АА-12. А, нет. Под УСОС. УСОС-12. И... Ну, ты тоже дробаш, да? Одежда. Ну, как бы выбор такой скудненький, честненько. Шнаряга, плащ. 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 То есть непонятно, они какие-то это
Защиту от химзаражения. А, тут чисто только возле него, да, безопасная зона. Ладно, я понял, что возле него безопасная зона. Так, у меня же, по-моему, я тут дал какое-то задание. Срок 3 дня на это. Нарежь из одежды 12 тряпок и сделай из них веревку. Я уже и забыл про это. Слушай, друг, я думал, у тебя тут будет бочка стоять, типа, что-то я тут пожрать смогу себе приготовить, а оказывается, что нет, да? Оказывается, что нет. Так, а я в старой милитаре... Так, да, в старой милитаре я забегал. Что тогда? Горка милитари. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, горка милитари. Так, ну чё, я в сыром, что ли, буду бегать? А чё, у меня только ботинки промокли? Это влажное. А, у меня только ботинки промокли. Ну, ботинки я не отожму. Тут уж извиняйте, ботинки я тут не отожму. Так, а чё, я, наверное, на этот сбегаю сегодня, на СЗшку. Просто интересно, что там понаделано. В принципе, если бы я сейчас занялся фармом, то я б уже это на тачку бы себе заработал. Да блин, у меня что, рация, батарейка опять села, что ли? Ну нет, ну садится. Не села, но скоро сядет. Северная, получается, территория отсекает, ну, точнее, в ПВП-зоне находятся две военки. Это Тисы и Троицка, две крупные. Остальные там такие мелкие военочки. Как бы в расчет их можно и не брать. Так, а что, у меня же... А, здесь же навык охотника не прокачивается, я и забыл совсем.
тут не надо качать. А то я хотел глянуть, сколько у меня уже прокачано. А качать его не надо. Блин. Аирдроп раз в час, как повезет, хеликраша. Да, я слышал, кстати, хеликраш, но это было в районе берега. В первой части. Я попал на один хеликраш, но это было в районе берега. А есть ли хеликраши, которые... Уж они больше на ПВП территории падают. Не могу этого сказать. Что я этого не знаю. Получается, два предыдущих сервера, на которых я писал обзоры, там хеликраши падали в районе Зеленой горы, где-то в таком радиусе. А здесь... Вопрос, на что, вот, на что влияет человечность? На какую кнопку вчера на меня? Вот. Ранг Бамби. Уровень Бамби. Репутация 335. Животных 3. Это у меня за сегодня отражается, что я натворил? Или вообще? Я что, вчера никакое животное тут не подстрелил? Или позавчера? Чё, на предыдущей серии я чё, ни одного животного не подстрелил. О, фонарик. Давай, повесим. А ты оставайся. Так, еще патрики. 9.39. Цевьё. По мелочевке можно что-то тут... Как бы лутануть, возможно, как повезет, и можно что-то и нормальное лутануть, да? Хотя машины надо искать, скорее всего, на берегу. Вот я что-то не знаю, стоит ли берег пошерстить в поисках. Так, а сколько до берега мне бежать? Тут, по сути, березина рядышком. А, и березина это крупная такая. Это где? Так, а я вчера... А я стартовал же вчера с этого, да? С... отсюда. С Черногорска. Ну, давай на берег. Может, сейчас произойдет так, что мне повезет, и я найду машину. А если очень повезет, то, возможно, я найду машину, которая на ходу. Будет. Блин, почему у меня такое чувство, что солнце к закату клонится?
Рождественские огни. Ну да. Куда ж без вас? Куда же без рождественских огней? Блин, ботинки, вы когда высохнете-то? А? Когда вы высохнете, ботиночки мои? Потрясти нельзя. А что я сейчас лутанул? А, Вайга. А, барабан. Короче, ничего такого путнего и не лутанул, по сути. Ничего путнего не лутанул. Ладно, еды-то мне особо. Что искать-то? У меня еды есть, мне надо только ее пожарить. Глушитель на пистолет найти бы. Покушать можно. Так, ножик меня не интересует, а вот покушать можно. Так, а там палатка лежит, кстати. Обратили на это внимание, что там лежит палатка? А насколько я помню, палатка, в принципе, хороших денег стоит. Это какая? Средняя. Сколько ты места за ним? Ну, давай возьмем. А сколько ты вешаешь? 3 килограмма. Слушай, из каких-то очень легких, сверхлегких современных материалов сделана палатка. Вешает всего 3 килограмма. То есть я все равно практически ничем не забит. Потому что я практически ничем и не забиваюсь. Потому что я пытаюсь сейчас найти
типа автомобиль, знаешь, там повезет, не по ижик, беговая обувь, повезет, не повезет, как говорится. Где? Вот она, вот она, на болту намотана. Так, иди сюда, сразу съедаем. Чистим и съедаем. Блин, там еще это. Так, гаражи. Ну, в гаражах тачка вряд ли будет стоять, да? Я очень сильно сомневаюсь в том, что в гаражах будет стоять тачка. Ее надо искать, зная, где она должна быть. А я этого не знаю, поэтому буду искать рандомно. Что я никогда... здесь, в спавне, тачки не искал. Слушай, ну, от голода тут хер двинешься. Хер двинешься от голода, потому что до хера его. Он даже спортер лежит с обоймой. Для любителей стрелять мелким калибром, вот, пожалуйста, спортер прям с обоймой. Поставите туда прицел и будете по комарам херачить. Сколько тут патронов тебе? Еще даже 6 патронов. 6 комаров пристрелить можно. Можно пристрелить 6 комаров. Чудесно. Ну, еды полно. Еды прям полно. Молоточек. Чё я вообще шарюсь по домам? Зачем? А? Зачем я по домам шарюсь? То есть ты думаешь, что в домах может быть тачка, да, стоять заспавненная? То есть чисто в доме заспавнится машина. Нет, я... На самом деле я ищу экзу. На самом деле я ищу здесь сталкеровскую экзу. Вдруг она где-то здесь лежит. Аккум. Так, давай мы тут поставим типа маркер. А то вдруг я правда найду тачку, а там не будет только аккумулятора хватать. А я типа оп и все. Чтобы его с собой не таскать. Так, я же здесь где-то госпиталь видел. Вот я к нему и направляюсь сейчас. А, нет. Сперва на военку заглянем. ЦР-ка меня не интересует.
Ну-ка, что по магазинам есть? И есть ли чё? О, флаг нашел. Кабан прямо в городе орёт. Флаг с волком. Красивый флаг с волком. Блин, насколько я помню, здесь флаги, по-моему, дешевые, да? Миллиметров 6-миллиметровые. Странно. Первый сервер, на котором я здесь что-то нашел. Реально, это первый сервер, на котором я на Березинской военке что-то нашел. Подожди, что-то у меня... А, курица. Подожди, она что, пасется в избе? Прям в этом, что ли, пасется? Так, а тут, по-моему... Подожди, а с какой стороны-то? Можно было залить еще кадеинчик. Давай соберем полную коллекцию. Может, продадим тебя, если мы полную соберем. О, товарищ доктор. Ну, точно. Курица пасется здесь. И твали, дай пройти, блядь. Курица безумная. Че, она сейчас ко мне побежит? А у нее хватит мозгов ко мне подняться, интересно, или нет? Что? А, ее там курица стопит. Прикольно. Ее курица стопит. Собираем full stack. Собираем full stack. Да нахрен ты мне. Сука, сожрала кого-то, скотина. Кто там, блядь? О! Человек, химзащита. процентов. Ты чё, козлина? Так, кодовый замок. Дешевый, много места занимает. Тебя я не беру. Так, аптечка. Это прицелпу. Блин, тут обычно эти лежат, медикаменты, все такое, а здесь прицелпу лежит. А там еще что-то же, еще прицелпу. А нет, это показалось. Прицелпу. Че это? Перец высушенный. Реально.
Довольно странный такой дроп лежит. Блин, да можно было и не охотиться, реально. Прям реально можно было не охотиться. Я-то думал, мясца сейчас как там где-нибудь затарюсь, нажарю. А хер тут там, нахер его жарить? У меня и так его полно. Воды только надо где-то набрать, сейчас будет здесь. Так, чё? Кровь. У меня есть комплект для сбора крови на случай падения химбомбы. А что-то, кстати, я даже не по... Не помню, тут падала, нет, бомба. Падала ли тут бомба или нет? Так, что у нас тут по аптечке есть? Градусники, шляпа какая-то. Так, ты сюда, ты сюда. Кто ж так как-то не по непонятному? А чё это патроны такие под что, точнее, вы? А? Вот что? Как-то не совсем понятно, под что такие патроны. Я такие патроны не встречал еще ни разу. Так, еще спортер. Тут прям рай. На берегу прям рай для любителей стрелять по комарам. Я усну. Там кабан. Блин, мне топорик найти. Ножом мне охота просто дрова делать. Топором поинтересней. И на где-то в поле костер разводить тоже неохота. Так, сколько у вас? Раз. А, я думал, это кабаны, это стоги. Как обычно, спутал. Как обычно, попутал. Стог сена с кабаном.
Два кабанчика. Охотник вон в 5 километрах. Сейчас, наверное, прям стемнеет уже махом. Блин, а я спички так и не нашел же, да? И фальшфейер я сжег. На зомбатять, на зомбятину эту. Которую можно было просто разжечь. Интересно, квесты, они всегда там будут? Или тоже будут кочевать от там? А, хотя у трейдеров-то нету никаких этих NPC типа с квестами там, да, дополнительных. Так, отмычка пригодится. Отмычка вот нам пригодится. Блин. Блин, да это ж не это. Блин, ну вот... Я ж тут есть собирался, точнее спать. Ты взяла мне на порог и улеглась. Молоток. Как я молотком вам должен дров нарубить, блядь? Набор для шитья. Еще замок. Еще и замок. Ладно, я так бегать буду долго. Так, а точилку я нашел. Или давай тогда этот. Блять, а где был ножик? Ну, похоже, времени нету искать ножик. Так, давай коры срежем. Две. Так, две коры пойдет. Теперь кустик.
какой-нибудь. Срезать куст. Даже так. Зеленогорск. Но это в другой конце карты. Ну вот и все. Костерок есть. Сейчас покушаем перед сном и поспим. Покушаем перед сном и поспим. А та херня, которая коптится, и вообще ничего не будет, поэтому можно спать. Спать. Всем спать.
пора просыпаться. Еда как раз приготовилась. Еще давай тебя скушаем. Что там не рассвело еще? Так, где у нас тут колонка? Туда бежать. Блин, ну, мне надо все равно сюда бежать. Потому что тачки-то могут там быть. Так, давай еще покушаем. Ну, пока не это. Желудка нету, видать. Еще голодный. Причем охеренно голодный. Как они меня в темноте, интересно, видят или они слышат меня? Что-то я никогда раньше таким вопросом не задавался. Зомби меня в темноте видят или слышат? Слышат-то они однозначно меня слышат, а точнее, видят ли они меня в темноте. Так, ну похоже, уже отключать можно. У меня скоро бита сломается. Надо новую искать. Чё это? 357-е, ну, продадим, чё. Нужно будет уже новую скоро биту искать. Так, теперь кувалды поперли. Нет, я здесь не бегал. Давай глянем, что можно здесь найти. Ну, как бы и можно ли что-нибудь найти? А, ну, пожрать. 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 Здесь пусто. Здесь пусто.
Здесь что-то есть. Так, это тачанка. Эта тачанка не ездовая. Да никак я там где-то на серваке тачанку нашел. И в руках ее тащил. Хотя, что вон пишут, что на построенных военках лут не спавнится. А пишут, что спавнится. Черт его знает, спавнится, не спавнится, блин. Я сколько лутанул, не видел. Ну, возможно, как и была у меня теория, что раз в пятилетку там что-то спавнится, и ты обязательно в эту пятилетку пройдешь мимо. Еще спортер. Что-то вон там взорвалось. Так, сюда я иду за топором. Куртка пожарного. Конечно, прикольная куртка пожарного. А что у меня с этой поношенной? А ты? Ты вообще поврежденная. Так, на улице шаритесь. Ты какой-то бледный, тебе позагорать, чувак. Тебе бы позагорать. То бледный какой-то ты, друган. Да-да-да. О, вот это хорошо. Так, меняем. Конечно, ты больше слотов занимаешь, чем бита. Но все же ты поинтересней. Ты поинтересней. Мы сейчас должны просто с одной атаки вырубать всех. Сейчас. Блин, а тут по-быстрому не спуститься надо это. Пешком. Пешком спускаться. Так, давай. О, я порез заработал. Смотри-ка. Вчера я так долго старался порез заработать, а сегодня заработал. Вот это да. Почему вчера-то, бля? И когда я там... Мне надо было порез заработать. Вчера или позавчера, хер его там. Гаечный ключ. Ну, вдруг найду тачку, и она перевернется, хоть почти смогу это на колеса поставить, да? Возьмем медицинский. Что-то это... Ребята, похоже, это как бы в ПВП тут и не играют. Хоть там и ПВП зона, что-то я смотрю. То есть челик спокойно пишет, что он на тисах.
Или просто это там корешок местный. Что-то я думал, это бита-то будет поздоровее. Админ написал. Так, а где здесь? А вот медичка. Медичка. Кто там, блядь, рычит? Блин, еще и промазал. Еще и промазал. О, возьмем фальш. Типа вдруг. Вдруг я буду. Игре. Что-то. Когда разговариваешь с админами сервера, вот, ну, так, голосом. Они рассказывают, что типа настраивают распределение лута, чтоб он там как-то адекватно спавнился, еще что-то делал. Распределение происходило вручную. А этот пишет, что никто ничего не делает. В общем, лезть в их тут разборки. Я тут все равно гость временный. Опа, стак тетрика собрал. Теперь его можно будет продать. Что это, еще одна аптечка? Там, да? Еще и адреналин нашел. Адреналин штука просто незаменимая. Просто незаменимая штука, адреналин. Я только не понимаю предназначение адреналина на серваках подобного рода. Ну, точнее, не подобного рода серваках, а на серваках, где стамины не расходуются. То есть адреналин здесь в качестве чего выступает?
Может, где-то это, конечно, будет написано, это можно будет прочитать, узнать и понять. Но это ж надо где-то прочитать, это ж надо где-то узнать, это ж надо где-то понять. Взломан. А, он же в этот, в Зеленогорск, да, падал ящик? Ящик падал в Зеленогорск. Я помню. Так. Подожди, больничка. Я сюда бежал. А чё я сюда... Так, теперь мне надо в сторону берега податься. Так, а в сторону берега это вон туда. Попытаться что-то там найти. Если тут что-то можно найти, да, если там, может, реально мне повезет. Может, просто игроки, кто уже давно играет, они же себе тачки не ищут, не бегают здесь, да? А я вот побегу искать себе тачку и найду. Хотя... Хер ее знает. Вот если честно. Если бы я хотя бы примерно знал, где в Березина она должна спавниться, я бы сейчас туда бы хотя бы побежал и посмотрел. А так... О, ёлки-палки. Это ж можно теперь фальшфейр выкинуть. Ладно, пусть лежит. Выкинуть всегда можно. Выкинуть это несложно. Так, пойдем проверим заправку. Ну, судя по тому, что здесь либо кепка какая-то резнулась. Какая-то кепка. Кепка, кепка, кепочка. Так, ну... А, ты там сидишь. Так, ну здесь я тачки не вижу. Почему я решил, что она здесь вообще будет? Не знаю, но вот патроны же здесь какого-то хера оружейные заспавнились. А? Вот какого-то лешего патроны... Прикольно. В Березино прям ППХ лежит здесь. Два штабеля досок. Ну да, здесь кто-то был. И кто-то, кто тоже церковь брать не стал. Интересно, что мог искать человек, который не стал брать сырку. По сути, что я вот тоже вот в такие вот эти залажу. Всякие эти... Что я там ищу? Я прекрасно понимаю, что там ничего путнего быть не может. Но я же там что-то тоже ищу. А
я даже не знаю, что я ищу в таких, этих. А, мне же, блин, надо еще тряпок нарезать, елки-палки, я опять забыл. Тряпок нарезать и веревку сделать. Блин, опять этот гуляет кандебобрик. Смотри, этого с одного удара. Смотри, я этого смогу с одного удара. Не, тот, видать, в спину, потому что, или чё? Так, дождевик. Нет, с дождевика... А, подожди, я же с дождевика тоже могу тряпки сделать. Что-то я тупанул. Там же рецепт можно переключить. И сделать тряпки. А мне нужно всего 12. Еще 3 тряпки я сделаю. То, что нужно сделать. Так, ну вот и все. Наверное, все, да? А, как раз вот и чудесно. Ну вот. Выполнил квест. Блин, я хотел на СЗ-шку же добежать. Но сегодня, наверное, это... Наверное, сегодня не добегу. Так, давай хотя бы я ориентир поставлю на СЗ. Хотя бы давай вот здесь вот. Типа вход будет. Семь километров. Как бы не это. Просто не хочется с ними что-то сражаться. Хотя, наверное, надо сперва добежать до Кумырны. А, до Кумырны хотя бы подпродать, что у меня есть. Потом туда. А потом туда. Там, не знаю, палатку, например, продать. Что там? А, сварочная маска.
Продать палаточку, продать палаточку. И остальное тоже все продать. Что это такое?
Нигде тут не видать дыма самолетного. Что-то похоже это тут какой-то непонятно. Вроде и PvP сервер, что здесь? Один клан, все в кармановке обитают. Как-то странно, блин, и подозрительно. Один, блядь, тисы лутает, троицкий. Они там чисто все тусуются.
Давай цены. Блин. Так, авто. А, автотрейдер же вот в этой палатке. Автотрейдер вот в этой палатке. Так, чё, сарка 50. А, блин, они это. 60. 80. Ну, да, цены такие адекватные. Здорово, пучек глазенький. Только очки я тебе могу продать, что ли? И все? Только очки? Вот это да. И чё, сколько мне до того маркера осталось? 4400 теперь. Туда пиндюрить. Так. Точно, блядь, а чё вот этот хер? Ну, ты же, похоже, должен торговаться как-то, да? О! Что, блядь? Десять тысяч? Десять сраных, блядь, тысяч? То есть я находил еще одну такую же? Ну, этому, получается, можно только продать, да? Документы и кассеты. Там Любе, Аква, Иванушки. Стандартное все. DJ Link Wall. Слушай, ну с картой я сейчас это... Пиздец, блядь. Туда. О, еда. Капец, блядь, нихуя себе так. Так, медицинский термометр. Так, а чё аптечки? А, тут бинтик лежит. А здесь что? И тут бинтик лежит. Так, ну я думаю, пару бинтиков можно продать. Пару бинтиков можно продать. Раз, два. И аптечки продать. Так, раз бинт. А еще один бинт надо продать. Все, бинт продан. Угу. А, это гараж, блядь. Трейд. Что такое? Два. 9.39. 12 калибр. Так, это мне нужны. Так, и мне нужны эти. Магазин Пенвайга и прицел ПУ. Так, ну-ка, прицел ПУ. Можно ли сюда ПУ? А, ну хотя ПУ-ха она... ПУ-ха, ПУ-ха. А где ты ПУ-ха? Здесь? Ммм. Нельзя. Я думал, наивный такой человек. Наивный.
Так, прицел ПУ. Короче, блядь, всякую шляпу, блядь, всякую. Блин, зачем я продал тебя? Пестику скоро кирдык будет. Три тысячи, флаг 500. Веревка. Фальшфейер. Серп. Ключ. Так, набор для шитья. Так, отмычка, кухонные ножи. Так, а мне что-нибудь надо? Поношено. Поношено. В принципе, ничего мне шить не надо. Можно продать. Блять, я сейчас... Ну, с картой я, конечно... О, защитный ящик. С картой я, конечно, дал маху. Капец какого. Так, что я еще хотел продать? А, граната, кстати, есть. А, воды наполнить я хотел. Вот что я хотел, воды наполнить. В бутылочку водичечки налить. Банк положить деньжат. 14. Ну, вообще, на первую тачку можно прям без проблем нафармить. И довольно быстро. Довольно быстро, без проблем. Можно нафармить на первую тачку. Все я тут? Или не все я тут? Погнали на СЗ. Так, а я же... Нормально, калитка, кстати, да? Так, а я к СЗ... Я мимо старого собора побегу. Дальше не знаю, забежать ли туда или нет. Успеем по времени или нет.
Бам, 445. Интересно, с это следующий уровень это сколько, с 1000 будет или нет? А что, народу на серваке добавилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Я 10, 10 человек. Ой. Сервер чисто для своих. Ну, то есть, как бы вот так вот можно предположить, что сервер чисто для своих. Лагерь нашли. Давай посмотрим, что тут есть. Что тут есть? Что тут есть? Не будем ничего это брать, блин, градусники, вся эта ботва, блин, дешманская. А может морфинчик, если найду, возьму. А ну вот тетрик можно взять, чисто потому что постакать можно его, состакать и все. Что можно найти в этих лагерьках? Ну, обычно здесь ножи, ножи, патроны, рюкзаки, ну да, свитера, одежка, какая-нибудь это, какая-нибудь эта одежка. Так, 5.
Так, давай воды попьем. И заново нальем. Кепочка. Фальшфейер. А вот он ты, блядь. А я ж тебя искать пошел, дедуля. Я ж тебя пошел искать. В принципе, лут как бы стандартный такой. Ножей не было, блейзов тоже, чистки для чистки оружия тоже ничего такого не было. То, что темнеет. У меня есть ПНВ нам пофигу. С ПНВ нам все пофигу. Ебучий ты таракан. Похоже, я не успел. Прибежать сюда первым.
Ну здравствуйте, ебать. Здорово. Блять, а здесь ники не отражаются, что ли, или чё? Так, о, а почему? А, я все потратил. Заряжайся, блять. А что, тачки они все, все эти тачки, что ли, блядь, рычат? Рано еще отключать. СЗ-шка, похоже, тоже будет зараженная территория. Посмотрим. Нормально там это челика развели. Блин, а я же вчера, по-моему, лутал здесь старое. И там вроде не было никакой зараженной зоны.
Что, серьезно? Ёб твою ж. Вот это да. Поняли? Если бы я там еще потусовался все это время, я бы сейчас там самолетик бы, возможно, вскрыл. Возможно, но не факт. Блин, я что-то даже не знаю, до палаток добежать там. Ну, я сейчас, наверное, вот здесь вот на стройке сперва полутаюсь. Так, давай сразу маркер я тут на палатке поставлю, чтобы потом там не суетиться. Короче, это вот сюда. Два КМД туда, если что, педалить. Так, а вот этот, кстати, убрать можно. Или здесь что, ПВП-зона? Хотя нет, ПВП же там написано, где было. А, это под Holy Badgers. Под Holy Badgers. А, не зараженная. А, то есть сюда... Нельзя заехать, да? Чисто только пешком, что ли? Блять. Самолет пугает. Не видно, только слышно. Звук у него, конечно, противный, блядь. Ну, хоть заткнулся, блядь. А вот тут территория зараженная, да? Ладно, буду знать. Ну что, если предстоит на зараженной территории погибнуть, так тому и быть. От зараженных зомбаков. Я даже не знаю, что тут лутать. Что тут? Так, лимасик, обойма. Глушитель бы мне, конечно, на пистолет. Глушитель бы на автомат. Михайлович, по-моему, тут в цене. По-моему, тут в цене плюшевые вот эти вот штуки. Так, что взять?
Что взять? У меня, блядь. Ну, наверное, пистолет. Ты, наверное, тише всего будешь. Так, ты дешевый, а ты всего с одним патроном. Так, что это такое? Тактический рюкзак долг 56. 56 слотов. И продается, наверное, только у этого, у сталкера его можно продать. Эти 56 слотов. Несерьезно. Несерьезно. Это несерьезно. Перчатки уже повреждены. Ну, давай боевые возьмем. Высокое утепление. Тут тем более среднее утепление. Так, пойдем вон туда. Килфилд. Убил. Убит. Hero LVL1 Зазик 228 убит survival с помощью им. Короче, они что-то там друг друга намутили. Так, давай кашку возьмем. Хотя кашка это какашка. Что здесь было? Мотыга. А, мотыга. Так, боевой нож. Ну, фонарики для пистолета мне хватит. Хигейт, не знаю, что такое хигейт. Хигате, хикате. Охотничьи ботинки. Не, я бы эти не охотничьи ботинки, а тактические бы. С другой стороны, нахера они мне, да, тактические?
Блять, куда обойма делась? В медведя, что ли, залетела? Точняк. Ты так это, прекращай шутки шутить. Операторский рюкзак, 64 слота это. Бронежилет. Так, тек. Так, это что? Опа, эмочка. Эмочка. А сколько ты места занимаешь? В принципе, можно тебя вот сюда как-то постараться вместить. Вместить, уместить. Чисто ради интереса. Только лишь для науки, чтобы понять. О, блин, это прям там шарахается. Этот прям там шарахается. Так, здесь. Так, ну с этими в конфронтацию тут лучше не вступать, получается. Они могут заразить. А вот стрелять я вот тут, кстати, не знаю. Блять, тут и спрятаться-то от них особо-то некуда. А, ну вон на вон ту можно запрыгнуть, если чё. Сколько тут сбежится, если начнешь стрелять? Ну, тут, оп, да, сюда. Так, давай тогда мы не будем сейчас проверять, испытывать удачу. Испытывать удачу мы не будем. Лучше. Подстрахуемся. Что, пистолет без глушителя? Так, патрульные штаны. О, нужные мне патрики. Так, это снова к это. Какие-то ботинки там интересные стояли. Штаны опытного охотника на 36. Однозначно меняем. Химсвет нет. Не интересует химсвет. Я что-то, по-моему, такие продажи-то не видел. Боты. Это же это чистое небо, долг. Или как они там? Тяжелые сапоги, чистое небо. Которые изнашиваются очень долго.
Так, тут. Тридцать шесть, и я только что на 36, да? Залутал. Кстати, вот это, по-моему, этому там, который пучеглазенький-то сверху сидит, по-моему, ему можно продать. Типа там вещи на заказ. А, здесь я был. Здесь я был. Сумки какие-то можно повешать. Ну, что я могу сейчас сказать? Что я могу сейчас сказать? Как бы по СЗ, типа по луту. СЗ по луту, в принципе, тип норм. Вроде. Блять, у вас трое. Магазин от АВП. Кажется, я понял, от какой АВП, которую я сегодня продал. Класс 103. Какими? А, так. АК-103. Блять, нахуй ты тут, Миша? Мишаня. Чё ты тут забыл, блин? Так, ты сюда. Ты сюда. Так, ты пора жрать. А можно ли тут, кстати, жрать на зараженной территории? Ну, сейчас заодно и узнаем, можно или нельзя. О, я глушак нашел на пист... Блять, все, я нахуй с это. Все, у меня пиздец, походу, да? Так, так.
Так, я траванулся. Что мне нужно сделать? Ну-ка, давай рану можно как-то обработать? Нет, это не канает. Уголь. Активированный уголь. Съедаем. Так, пожрал называется. Так. Ну, все, я теперь понял. Блять, сейчас тебя что тошнить будет. И уголь не поможет, что ли, или что? Силы, расход, упадок. Или мне надо сейчас выйти за пределы зараженной территории? Да? Плащ. На 42. И ты никуда не лезешь, да, получается? Плащ на 42. А вместо чего ты одеваешься, кстати, плащ? Вместо шапки? Если вместо шапки, то заебись. Так, а вместо... Вместо П... Блять, не знаю, вместо чего. А, вместо куртки, да? И куртка на 42, и плащ на 42. Ну а что, давай оденем. Бля, конечно, ты сглупил сейчас, Витя, что поел на зараженной территории, да? Сейчас мне тогда надо тут, в принципе, выйти за ее пределы. Недолго. Да? Ну, я интересно, а нет, не покинул, еще череп нарисован. Так, ну-ка, G. Как вот далеко от СЗ зараженная территория? А. Ну хотя, блядь, ну чё. Еда, вода идут вниз, прям жестко, да? А вот сейчас, ну это потому что я бежал. Ну-ка, если я сейчас поем. А здесь что-то произойдет, нет? Чутка поесть.
Блин. Спросил, молчат. Поношено, поношено. Так, раз, два, три. Это здесь, ну, сюда больше она не влезет. М-ка. Она длинная. Коротких нету у меня. Они все длинные. Блин, я даже... А, у меня же все теперь ботинки тяжелые одеты. Блин, я даже теперь не знаю, стоит ли мне сейчас уголька еще закинуть в себя или нет. Так, жилет. Все равно, блядь, блюет. Вот это нужно. Все сильнее и сильнее блюет. Так, ну... Что-то мне подсказывает... ХП не отнимается, он просто блюет. Так бы. Слушай, это. А, ну это то, что я находил, да? Угу. А это Вайга. Блять, у меня витаминов нету, вот в чем херово. Скорее всего, нужны ему витамины. Кумырный охотник, сталкер. Плащ нет. Так, а чё? Сорок два плащ, да? А сколько места занимаешь? Вот так. В принципе, ты немного занимаешь места, но... Но... Блять, он все чаще и чаще рыгать-то начинает. Но... Но вода не уменьшается. Ну как бы еда, вода. Что? Чем я заражен таким, блядь? Типа мне говорят в Дискорде инфа о том, как...
Антибиотики. Да. Мне кажется, у тебя больших пальцев нету, чел. Старт сервера через 5 минут. Чем мы тут еще за 5 минут сможем найти? А? Что за 5 минут сможем тут найти? А, наверное, ничего. Только чуть-чуть. 308, да?
Ну, ёптать. Всё. О, я зараж... Я покинул зараженную территорию, охуенно. Что, теперь можно пожрать маленькими порциями, да? Опять на зараженную территорию зашел. Странная какая-то это, бля. А где? С какой стороны? Я вот с этой. Так, давай я, наверное, типа на Гришина побегу. Тогда-то, наверное, точно я на зараженную территорию не нарвусь. Типа выйти в меню надо. Ну давайте выйдем. Ладно, чё, давайте тогда на этом эту серию закончим. Еще, наверное, выпуск или два я точно запишу, а там уже будет видно. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч!